Брайан, Брайан Мэпс, ты мой любимый блогер. Брайан, Брайан Мэпс, как же я обожаю новые видео Брайан Мэпса. Что бы сегодня посмотреть, детские утренники Петросяна или Брайан Мэпса? Давайте комментарии. Короче говоря, Брайан Мэпс. Я так обожаю смотреть новое видео Брайана. Надеюсь, никто не успел еще сделать реакцию на моего любимого Брайана. Боже мой, Брайан только мой. Он мне принадлежит. Он не ваш любимый Брайан, а мой любимый. Он мой любимый. Не трогайте моего Брайашечку, Мэпсичку. Эй, ты! Оливия! Ах да, интернет убивает, я чуть не забыл сказать вам название, интернет убивает. Сейчас что-то будет, подождите, описание, он же пишет описание. В последнее время Оливия стала зависеть от гаджетов. Кто такая Оливия? Это Оливия Уайлд, надеюсь. Заметив это, Брайан предлагает ей спор. Прожить без телефона следующие 24 часа. Оливия соглашается, но даже не подозревает, к чему это может привести. Боже, как хорошо, что с Мош не снимали ничего подобного. Как хорошо, что Шейн Дафсон не снимал ничего подобного. Ведь Брайан стал первооткрывателем этой гениальной идеи. Брайан, Брайан! Чмо, дура, подними голову! Какие смешные шутки, боже мой, какой юморок! Эх! Отвали от меня! Я из-за тебя забыла, кому хотела лайк! Боже, у него брекет, он косит подлизку. Брайан Мэпс, придумай что-нибудь свое, хватит косить подлизку. Так люблю Брайашечку, так бы затискал. Затискал... А, нет, эту шутку от Эвы уже украл, господи, боже мой. Я из-за тебя забыла, кому хотела лайк поставить! А, точно, себе. Эй! Мне кажется, что ты слишком много залипаешь в телефоне. Полная чушь! Угу. Я в туалете! И если мы соберем 3000 дизлайков под этим видео, я сразу же запишу новую реакцию на Брайана Мэпса. Точнее, я хотел сказать, на Брайан Мэпса. Иду, я жру, я выгуливаю собаку. Собака выгуливает меня. Собака выгуливает меня. Собака... Где-то я это уже видел, подождите, кажется усмож. Нет, я не мог это увидеть усмож, вы что? Вот видишь, где бы ты ни была, ты постоянно сидишь в интернете. Стоп, что ты сделала? Ничего! Окей... Ладно. В общем, я предлагаю так. Давай, если следующие 24 часа ты сможешь прожить без телефона... Это что, 24 часа челлендж? Брайан Мэпс снял 24 часа челлендж? Хм, интересно. То ты перестанешь навсегда снимать свои тупые видосы. Нет, не слушай ее. Не слушай, Брайан, у тебя самое лучшее видео. Брайан, я тебя люблю. Брайан. Мэпс самый лучший. Лайк, если любишь Брайана. Ты что? Не соглашайся, а вдруг... О боже, какой божественный монтаж Брайан Мэпса. Монтаж. Брайан умеет хорошо играть и умеет хорошо монтировать. И умеет... Я забыл. Она продержится. А как же твои подписчики? А как же те, кто снимает реакции на твои видео? Им что, придется пойти работать? Боже мой! Брайан, ты меня раскусил!
Брайан, ты меня раскусил, мне придется пойти работать, господи, нет, я не хочу, не уходи, не переставай снимать свои видео, я не хочу работать, я хочу на ютубе реакции снимать, зачем, кто, только дураки работают, умные люди снимают реакции на ютубе, боже мой, это все прекрасно знают. Соглашайся, она и часу не выйдет. Договорились. Я отписываюсь от Смош, только Брайан Мэпс. Он лучше Смош, гораздо лучше. Идеи, которые были у Смош, они слишком тупо реализованы. Все те же самые идеи. Брайан Мэпс обыграл в 100 раз лучше. Это тебе, Брайан. Господи, это самое смешное видео, которое я смотрел в своей жизни. Как бы Николай Соболев не старался быть смешным, когда снимает свои расследования, Брайан Мэпс все равно смешнее. Извини, Коля, у Брайан Мэпса смешнее получается. О боже, это супер. Что за хрень? Студия Light and Magic Джеймса Кэмерона делала спецэффекты для видео Брайан Мэпса, я уверен. Брайан, откуда у тебя столько денег? Господи боже мой, ты же не делаешь рекламу, Брайан. Жесть! А вдруг это та самая сверхспособность, которая была написана в прошлом гороскопе? Господи, как классно он озвучивает, боже мой! Я не могу... Я не могу так озвучивать, господи, как у него это получается, Брайан Мэпс, самый гениальный актер в мире, господи, все актеры, живые или мертвые, они играют гораздо хуже, чем Брайан Мэпс. О боже, Брайан. Надо срочно рассказать врачу. Значит, вы утверждаете, что прямо сейчас видите меню телефона? Доктор, у вас что, андроид? Вы чего так тупите? Чувствуете? Пахнет свежими шутками. Доктор! Чтобы устранить вашу галлюцинацию... О боже, доктор! 1%! Нет, доктор! О боже мой! Боже мой! Ха, чмо! Ха-ха-ха-чмо! О боже, чмо! О, какое чмо! Брайан Мэпс, какие же крутые у тебя видео, и не своровано у Смош, потому что ты оригинален. Брайан. А ты мне не верил, я же говорила. Юмор. Девочка, уже второе видео подряд у Брайан Мэпса какие-то девочки появляются. Сейчас, ботан, я тебе помогу. Сброшу часть на ноутбук. Таким образом, как детально объясняется в параграфе. Господи, все образы Брайан Мэпса. Мама, девушка, я не знаю, кто это. Что сам Брайан? Как у него так получается? Просто в точку. Я вот честно вам говорю. Без сарказма и без шуток. Леонардо Ди Каприо. Лох. По сравнению с Брайан Мэпсом. Брайан. Для тех, кто не понял, память свободна. Но моя память никогда не будет свободна. Как и мое сердце. Оно заполнено Брайаном. Ух ты ж, блин, режим экономии заряда. Блин, я не хочу умирать. Я же столько всего еще не сделала. Не посмотрела все существующие сериалы, не попробовала все виды чипсов. Брайан, ты так близок к аудитории, ты свой в доску. Ты прямо угадал, я сижу, смотрю сериалы и ем чипсы. Что же еще я могу делать? Right.
А это что, водочка? Брайан пьет водочку? Вот это вот, я не понимаю, Брайан же один живет? 12-летние девочки, которые у него постоянно в видео появляются, это же, надеюсь, он не с ними живет, это же приглашенные актрисы, да? Брайан, ты что, алкоголик? Я не понимаю, откуда у тебя водка, Брайан? Ой. Кажется, пошло. А нет, это изжога. Каждую шутку Брайана я предлагаю распечатать, повесить в рамочку и передавать из поколения в поколение, как культурное наследие нации. Паша, помоги мне! Что за черт? Что? Отлично, я разрядилась! Ну, надеюсь, у этого болвана хватит ума, чтобы зарядить мой телефон. Боже, я должен что-то говорить? Нет, нет, прекрасное видео. Прекрасное видео. Брайан Мэпс, все хорошие видео. Все самые лучшие. Брайан Мэпс. Брайан Мэпс. Я так люблю смотреть твои видео. Так много монтажа. Но не хватает смысла. И актерской игры, и правильной композиции кадра, и цветокоррекции, и дизайна, и вкуса, и стиля. Брайан. Вилсаком любит бить айфоны. Брайан Мэпс, ты теперь будешь копировать Вилсакому, да? Я теперь знаю. Сначала Лиска. Брекеты Лиска. Айфоны на помойку, Вилсаком. Кого еще ты будешь копировать? Сможешь? Да перестань. Забавная штучка. Что это? Что происходит? Что происходит? Почему я покатаю? Нет! О нет, у меня мало времени. Скорее ставь лайк, если тебе понравился. Может, это конец видео? Подождите. Чем бы закончить сюжетный скетч? Призывом ставить лайки. Я думаю, если бы «Властелин колец» закончился призывом ставить лайки, а не тем, чем он закончился, фильм был бы гораздо интереснее, да. Канал, чтобы не пропускать самые новые видео. Ну, а я... Ой, какой интересный видео. Брайан Мэтс. Я пошутил. Если вы увидели в этом видео какую-то критику, я не знаю, упреки, нет. Это все моя тупая, все моя ужасная актерская игра. Я просто иногда переигрываю, да. А так я обожаю. Я просто обожаю Брайан. Брайан мой любимый блогер. Господи, Каоми. Каоми все еще не сняла реакцию, я надеюсь. Боже мой, слава богу. Слава богу, я первый. Я первый снял на это видео реакцию. О, нет, об этом я не подумал. Я так обожаю Брайан Мэпса, что на мою любовь даже решили сделать ремикс. Я не смотрю людей, я не смотрю Биграшин Босов, я не смотрю Вилсакомов, я смотрю Брайан Мэпса. Только Брайан Мэпс, только Брайан. Это Джонни Депп, это Хит Леджер. Брайан Мэпс, только Брайан. Number one, ты мой Шейн Дафсон. Брайан Мэпс, так обожаю. Это Джонни Депп, это Хит Леджер. Брайан Мэпс, боже храни Брайана. Number one, ты мой Шейн Дафсон.